Дхананадханая Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанна Намья Гауратхи Гураве Гаура Чандрая Радикая Матарале Кришная Кришна Бхактая Тада Бхактая Намья. First of all, my millions of humble obeisances. Прежде всего я предлагаю миллионы своих поклонов лотосным стопам моего Парамарадхедева Ом Вишнупад Нитилил Правишто Мишнупад Парамахамса Статарасата Сри Сирима Срилы Бхакти Прагьян Кешави Госвами Махараджи. Также я предлагаю свои почтительные поклоны моему Шикшагуру Шриле Бхактивиданте Свами Махараджи. На хинди. मेरी अंग्रेजी टूटी-फूटी हुई लंगड़ी है उसमें मैं अपने भावों को अच्छी तरह से श्री गुरुदेव говорит я хорошо бы вам рассказал на хинди. Здесь есть преданные, которые понимают хинди. На английском я не очень хорошо говорю. На хинди или на бенгали я бы рассказал замечательно. Но я вижу, что большинство преданных здесь не понимают хинди и бенгали. Здесь в основном те, кто знают английский. Шрила Гурудев перечисляет страны, откуда они. Посмотри, здесь столько много мест. Ты можешь сесть куда угодно. Садись. Посмотри, много мест. Поэтому я должен говорить на английском. Я хотел сказать, что доктор Мукеш, он... представил меня, но я кое-что еще хочу вам сказать. Когда я в этой жизни, в 1946 году, присоединился к движению, я с тех пор имел очень много отношений со Свамиджи. Но я получил отреченный уклад жизни от моего духовного учителя. Я был саньяси, я стал саньяси. Бхактивиданта Нараян. А его звали Бхактивиданта Свамиджи. Он младше меня по саньяси, но он мой шикшагуру. Почему? Потому что он духовный брат моего гуру, который старше. И он мой близкий друг. И этот Свамиджи, Абайчаран Прабху, он принял саньясу от моего гуру Дева в Матхуре, в Кешавджи Гаудия Матхи. А я был главным священником на этой церемонии. Я сделал его данду. Я сделал его каупину. Я научил его, как использовать это. Огненное жертвоприношение.
я провел. Когда он приехал в Америку, в Нью-Джерси, в Нью-Йорк, он все время просил меня присоединиться к нему и проповедовать с ним. Но в то время я был занят в служении моему духовному учителю. Я все время помогал ему. Я посылал много книг из Нью-Дели, Божества, Мриданги и Караталы. Все, что ему было нужно. Он очень любил сладости, мадхуры, перу. Я посылал ему ее. 5-10 килограмм я посылал ему. Я посылал ему по 5-10 килограмм. Вы также должны знать, в свои последние дни, когда он собирался уходить из этого мира, он позвал меня. Он позвал меня и плача он взял мои руки в свои и сказал: «Ты должен простить меня за мои оскорбления, которые я совершил в твоем отношении или к моим духовным братьям. Я сделал кое-что неправильно». Я ему сказал, я успокоил его: «Вы не сделали ничего неправильного. Что-то, может быть, было, но не так это страшно. Я прошу тебя, — сказал он мне, — пожалуйста, устрой мое самадхи, положи меня в самадхи своими собственными руками, поскольку ты совершенен в этих всех вещах. Я хочу, чтобы ты сделал это своими собственными руками». В то время там было множество его духовных братьев и учеников, и он перед ними всеми это сказал. И я поступил так. Он попросил меня также: «Ты должен помогать моим преданным». Я привел их из разных стран. Они очень молоды. Я хотел выучить их, научить, но я не смог. Поэтому, пожалуйста, помоги им. Я согласился: «Хорошо, я буду это делать». И ради этого я пришел сюда, приехал сюда, в этот мир. К вам сюда. Я не приехал сюда за деньгами, как многие другие. Даже премьер-министр из Индии приезжает о чем-то попросить Америку. Но я приехал к вам из другой Индии, из богатой Индии. Если я вам дам даже каплю этого богатства, которое у меня есть, ведической культуры настоящей, чистой его бхакти, ваша жизнь, она будет успешна, и вы будете счастливы навсегда, это гарантия вам, гарантированно. Столько много из вас здесь из Индии тоже, чтобы денежки собрать здесь. Но я не приехал ради этого. Я приехал из очень богатой Индии к вам. Вы знаете? Вы знаете Гиту? Шримад Бхагаватам, Упанишады. Наставления, которые даются в них, они более чем нектар в миллионы раз. Благодаря этому вы можете стать счастливы. То, что вы собираете и делаете здесь, не сделает вас счастливыми. Это я вам гарантирую. Не будете вы никогда счастливы. Никогда. Вы можете осознать себя. Вы можете понять это сами. Вы счастливы? Можете ли вы избавиться от своих несчастий? Можете вы избежать от старости, избежать старости, которая скоро придет к вам? Вам сейчас 40, 50, 60, и очень скоро вы будете очень старыми, не сможете контролировать ничего, и смерть придет потом к вам постепенно. Вы не можете быть счастливы в этом мире. Поэтому, если вы будете следовать наставлениям Гиты и Бхагаватам,
вы обретете счастье. Весь мир нуждается в этом. Каждый хочет быть счастлив. Даже нет проблем, оставайтесь в семье. Если вы семейные люди, оставляйтесь в семье. Но почему вы не можете повторять Хари Кришна или какие-то любые имена Кришны, Верховной Личности Бога? Любые имена. Даже когда вы просто идете куда-то или ведете машину с малой или без малой, громко, в сердце и уме, принимая омовение или не принимая омовение, вы будете освобождены. Это непременно. Я пришел сюда, чтобы помочь вам, ученикам Свамиджи. Это главное мое желание. Что он хотел дать вам? Он хотел дать вам доктрину Шримад Бхагаватам. Не идите в сторону темноты. Выходите на свет. Что за темнота? Бесконечная череда рождений, смерти и страданий. Это и есть страдание. Это то, что говорят нам реализованные души. А какие отношения между вами и Верховным Господом? Это свет. Это любовь. Без любви мы не ничто. Вы уже слышали, наверное, об этом, что любовь — это Бог, а Бог — это любовь. Но не вожделение. Вожделение, оно... это нечистая любовь, оно отличается. В материальном мире только вожделение, нету чистой любви. Наши веды, упанишады, вся литература ведическая, она дает это наставление. Как нам обрести счастье в этой жизни? Вы думаете, что вы — это физическое тело, но это как одежда. Вы даже не захотите его оставлять, да, но у вас силы заберут это тело. Кришна, Он дал это тело, только чтобы вы могли осознать душу и сверхдушу в отношениях с Верховным Господом и душой. Не для того, чтобы просто есть, пить и быть женатыми, как свиньи, кошки и собаки. В сравнении с животными, мы как животные, даже больше, чем животные. Почему? Потому что они не могут сражаться, используя бомбы и оружие. Кришна нам милостиво дал эту форму жизни, красивую форму жизни, чтобы мы могли осознать сверхдушу, могли слушать Шримад Бхагаватам, учение возвышенных преданных. Им, смотрите, только 20-25 преданных сюда пришло. А остальные нет. Почему? Потому что все другие, у них нет вкуса к этому. У них нет времени, они думают, чтобы посвятить жизнь этому хотя бы немножко. Мы приехали из Индии, из Вриндавана, из Айодхи.
из Навадвипы для них, но у них нет времени. Я, даже если я пойду от двери к двери, но это невозможно для меня сейчас, я бы их просил, повторяйте, пожалуйста. Но у них нет времени даже на это, чтобы услышать это послание. Что можно еще по этому поводу сказать, к сожалению? Я думаю, что с завтрашнего дня вы должны сюда приводить всех своих родственников. Это, наверное, Шрила Гурудев. Свамиджи из Индии, он зовет: «О, мои дорогие дети, сыновья и дочери, придите сюда. Я хочу вам дать кое-что. Мне от вас ничего не нужно. Я пришел только дать вам что-то. Что-то, что сделает вас навечно счастливыми. Это цель моего прибытия сюда». Допустим, какой-то человек очень богат, больше, чем Буш, мистер Буш. Или больше, чем мистер Клинтон и его жена. Они, может быть, очень богатые и очень красивыми. И, может быть, у него есть все благоприятное, все необходимое, чтобы быть счастливым. Много интоксикаций разных, ликера. Они могут курить и есть все подряд. И, может быть, высокое здание в 106 этажей. Много у него может быть все, золотые украшения. Тогда зачем ему делать баджан? Какая необходимость в баджане для такой личности? Пундарик Прабху, пожалуйста, объясни, зачем делать баджан таким людям? Какова необходимость? Вкратце расскажи. Только привлекательным образом расскажи. До которого времени мы можем говорить? До восьми? Ты тоже подготовься, чтобы рассказать что-то. Будь готов. Мы очень удачливы, то, что мы собрались здесь и получили эту божественную возможность слушать от Шрилы Гурудева. Он попросил меня рассказать, раскрыть вам этот момент. Все мы должны понять это глубоко. Это полезно для всех живых существ, которые живут здесь, в этом мире. Тот человек, у которого есть деньги, богатство, у него есть собственность, у него есть знания, семья, дети, все есть. Зачем? А, для такого человека, у которого все есть, у него вопрос может встать такой, нужно ли ему поклоняться Господу, поскольку у него уже все есть, и нет необходимости просить Господа о чем-то и поклоняться. Но если мы глубоко подумаем, задумаемся над этим, посмотрим на наш мир вокруг, то мы увидим, что реальность немножко другая. Почему? Потому что
что это все сон, то, что мы видим. Они, люди, не могут достичь этого. Люди, большинство, думают, только мечтают, но не достигают своей цели. Поэтому большинство людей должно быть занято в поклонении Господу. Те, у кого есть это материальное тело, у этого тела есть определенные потребности, которые чувствуют все, даже богатые и бедные. Мисс Буш, он тоже испытывает голод. Он испытывает холод зимой. С кем-то там случилось что-то. Таким образом, желания живут в нашем сердце у каждого. Голод, страсть и так далее. И эти желания, гнев, они никогда не позволят вам сидеть спокойно. Мы обусловлены. И что за обусловленность у нас? Мы все время хотим больше и больше и больше. Если вы посмотрите на историю, в истории вы увидите имена многих великих личностей в прошлом, которые были до какого-то уровня могущественны, как Хиранья-Кашипу или Рамана, Равана. Все эти личности, цари, были очень могущественны. Они контролировали весь мир. Весь мир. Они могли приказывать даже огню, эфиру, воздуху, чтобы они действовали против своей природы. Даже Господь Ямарадж для Равана, который является божеством смерти, он кланялся его стопам. Все эти миры, люди в этом мире. Никто не может отказаться преодолеть смерть. Все умирают. Каждый момент. Люди хотят защитить своих родственников, но у них есть идея только о том, как защищать тело. Они думают только об этом теле. Но это тело, оно всегда источник страданий. Тот, кто находится в этом теле, в этом мире, он должен страдать от трех видов страданий. Это природа этого мира. Каждый должен страдать своим собственным путем. Прохлад Махарадж Шримад Бхагаватам, он говорит об этом. В этом вот стихе Тассан Дхум Манье Ассурия Дахинам. Он говорит со своим отцом, который задал ему вопрос: «О мой дорогой ребенок, скажи мне, мой дорогой сын, скажи, какое самое лучшее знание, которое ты получил от своих учеников?» Ему было 5 лет, Прохлада Махараджа, он учился в школе. Его отец спрашивает у него, и мальчик, он отвечает, он говорит: «О, лучший из демонов», он сказал ему. И отец, он возгордился этим: «О, мой ребенок, он осознает мое положение, лучший среди демонов». Это сознание таково. Иногда, когда мы проповедуем, мы говорим, что людям, которые едят животных, мы им говорим, что они в следующей жизни станут животными.
И люди настолько невежественны, они думают, нет проблем, мы будем животными, нам хорошо будет. На практике сейчас у них столько много возможностей ухаживать за животными. В Америке столько много разных салонов. Для собак какие-то там салоны. Куда идет человеческая цивилизация? Это тело предназначено для того, чтобы задавать вопросы Адхато Брахма Джигьяса. Откройте, понять, кто вы такие. Попытайтесь осознать высшую цель жизни, для которой была дана вам эта человеческая форма жизни. Вот разум нам для того, чтобы понять этот трансцендентный предмет. Прахлад Махарадж, он сказал, те люди, у которых есть вера, вложенную концепцию жизни, они думают, что она реальная. Что за ложная концепция? То, что люди думают, что я и есть это тело. И таким образом они делают эту жизнь только для того, чтобы испытывать какие-то удовольствие в этой жизни, чтобы комфортно тело себя чувствовало. И он может за это обидеть других, даже убить и так далее. Но что происходит? Позиция каждого человека здесь, как человека, который попал в глубокий колодец, это Прахлад Махарадж дает такой пример своему отцу, сравнивая эту жизнь с темным колодцем. Слушай внимательно и постарайся понять. Это как раз мы, те, кто сидят в этом колодце, но не понимаем. И, может быть, по милости преданных мы можем вернуться к пониманию того, что, где мы и что мы должны делать. Был один человек, и он шел по лесу. И когда он немножко глубже попал в лес, за ним погнался лев. И чтобы спасти свою жизнь, он побежал. Это очень тяжелая ситуация, когда течет, бежит за тобой лев. И он потерял даже разум, что делать, как убежать от него. И когда он бежал, там был один колодец, где он мог спрятаться и спастись от тигра. Этот колодец был сухой, слепой, там не было воды. И он прыгнул по удаче. Там были две ветви, которые склонялись с дерева туда. И он схватил эти обе две ветви и повис в колодце. И он держится теперь двумя руками за эти две ветви, а тигр рычит над этим колодцем и распаляется все больше и больше. И этот тигр, он очень обеспокоен. Конечно, здесь мы можем смеяться над этим. Этот человек, когда он услышал этот рык страшный, у него кровь охладела. Он думал, может быть,
мне нужно прыгнуть на дно колодца и там спрятаться. И когда он захотел это сделать, он увидел, что там внизу, на дне колодца, там он увидел скорпионов и змей, которые готовы были укусить его на дне колодца. И что делать? Поэтому он еще крепче схватился за эти ветви. Он подумал, я буду просто висеть. И дальше что стало происходить? Две крыши, одна белая, другая черная, стали грызть ветви, на которых он висел. Грызть опасность. И с каждым шагом, с каждым мгновением опасность становилась все больше и больше. Но когда он висел на этих ветвях, наверху этих ветвей или на других, там был улей. И когда ветви качались, этот улей, он тоже немножко потрясся, и оттуда стал капать мед. И начали пчелы летать вокруг. Пчелы стали искать, откуда исходит беспокойство. Пчелы, этот преданный говорит, они стали его целовать, чтобы он не беспокоил их, пытаясь ему объяснить это. И в это время мед стал из этого улья капать капелькой за капелькой. И он так близко был, эти капли пролетали мимо него, что он подумал это, и он вытащил язык, чтобы эти капли капали на него. И мед, сладость от меда заставили забыть его о той ситуации, в которой он оказался, что он висит, что его ждет тигр, что внизу змей. Он полностью забыл об этом, и он стал наслаждаться этим вкусом блаженства от меда. И посмотрите, какова ситуация этой личности. Это просто маленький пример, чтобы вы могли понять. Царь обычно наказывал заключенных. Он брал заключенного на лодке на середину реки, и охрана топила его, топила, погружала в воду на время. И в этой ситуации, и он страдал, он хотел просто вдохнуть. И перед тем, как он собирался умереть, они его вытаскивали из воды. И что он делал? Он вдыхал. И даже перед тем, как он вдыхал один раз полностью, его снова погружали в воду. И в тот момент, когда его вытаскивали из воды, разве можно это считать наслаждением? Нет. Он мог о чем-то думать еще. Если ему в этот момент предложат, ты хочешь $1000? Нет. Ты хочешь большой дом? Нет. Ты хочешь хорошую жену? Нет. Ты хочешь пиццу? Нет, я не хочу пиццу. А что же ты хочешь? Я хочу просто вдохнуть воздух, больше ничего. Но те, кто стоят на берегу, они могут понять, что этот человек, он так страдает. Если бы он дошел до земли, наверное, если бы его привезли, он бы не страдал. Поэтому поймите, что определение счастья или желания для счастья, оно в разных ситуациях разное. В зависимости от страданий, которые приходят к нам, цели для счастья меняются.
То, что удовлетворяет нас в одной ситуации, в другой ситуации, оно уже нас не удовлетворит. Поэтому шастры очень ясно говорят, любые счастья, которые мы можем видеть в этой жизни, это ложное представление о счастье. Оно основано на ложных представлениях о жизни. Если вы хотите настоящего счастья, вы хотите настоящего счастья, но это счастье материально вас обманывает просто. Посмотрите вокруг. Тех, кого мы любим, они нам не отвечают на нашу любовь. Они любят кого-то другого, или другого мужчину, или женщину, или мама и папа, они столько чувствуют боли, испытывают столько